Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Программа «Смена парадигм» сегодня в гостях у академика Румянцева. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Добрый день. Вы за десятилетия вашей жизни в медицине внесли вклад во многие очень области. Все они так или иначе связаны с педиатрией. Для нашего разговора я выбрала одно направление. Достижение последних 30 лет, в котором говорят сами за себя. А именно речь идет о революции в детской онкогематологии. Выживаемость детей достигла 80%. Это прорыв. Скажите, пожалуйста, что способствовало этому? И нет ли в основе вот этого феномена, заложенной в названии нашей программы, той самой смены парадигм? Как произошел этот прорыв? Прорыв произошел в 1947 году. Когда... когда вы родились? Нет, да, практически, да. Когда я родился, когда в Бостоне, в педиатрической клинике, детский патолог задумался над тем, чтобы использовать антивитамины для лечения больных лейкемией детей, для которых не было никаких лекарств. И таким образом он использовал амитоптерин, нынешнее название этого лекарства – метотрексат, в лечении пациентов и показал, что у них можно достичь определенного результата. Пациенты погибали, но это была революция, потому что детские онкологические заболевания отличаются от взрослых тем, что 50% этих онкологических заболеваний – это опухоли кровотворной иммунной системы, то есть то, что называлось гемопоэтические опухоли. Поскольку опухолевый субстрат циркулирует в крови, то фактически это пятая стадия рака, для которой нет ножа, нет лучевой терапии. Только какие-то другие методы могут быть использованы для лечения. В частности, вот эта революция произошла тогда, первая, когда появилось первое лекарство для использования у больных с лейкемией, потому что это пятая стадия рака, метастаз по существу циркулирует в крови, и он во всех органах и тканях. И с этого момента началось движение. Ну, второй революционный шаг был сделан американскими специалистами, которые начали работать в нескольких местах одновременно. Это были 60-е годы. Их было три человека. Пинкель, Аура Саймон, вот, которые работали в нескольких клиниках онкологических, но ведущей клиникой был, как ни странно, госпиталь Святого Иуды в Мемфисе, который организовали люди на благотворительной основе. Этот госпиталь сейчас существует, ему 60 лет уже. И этот госпиталь существует только на благотворительные деньги, не зависит от финансирования американского правительства, страховых компаний и так далее до сих пор. Тогда была предложена так называемая терапия комбинированного лечения лейкемии, которая позволила достичь почти 50% выживаемости. Мы были свидетелями этого, потому что в России в это время мы тоже сделали определенный прорыв вслед за нашими коллегами, потому что появилось несколько лекарств, которые можно было лечить рак, и мы ими лечили. И следующий как бы прорыв в этой области был связан с тем, что начали работать медицинские сообщества в рамках многоцентровых проспективных кооперированных исследований. И первыми, опять же, были американцы, но вслед за ними начали работать в Европе немцы, которые учились у американцев после войны и вернулись на родину, и организовали кооперированную группу немецкую, которая стала заниматься этим делом. В чем тут как бы идея основная? Она связана с тем, что кооперированные многоцентровые исследования, проспективные, в которых участвуют очень многие центры одновременно, имеют два преимущества перед любыми другими клиническими испытаниями. А именно, исключается селекция исполнителей, потому что это дело не умное, это должно быть все в рамках жесткой регламентации. И исключается селекция пациентов. Не секрет, что пациенты, которые поступают, например, в федеральные центры, они селектированы. Сюда не доезжают дети первого года жизни,
Сюда не доезжают подростки, сюда не доезжают по социальным принципам люди, у которых нет денег для того, чтобы приехать элементарно и здесь жить, находиться с ребенком. И они поэтому лечатся на месте, где, может быть, нет той инфраструктуры, таких подготовленных врачей и так далее. Поэтому данные, полученные федеральными центрами, они не являются легитимными. То есть, другими словами, вот эта революция произошла тогда, когда люди поняли, что одна клиника, которая работает над пациентами, получает результаты, ничего не значит. Значит, вопрос только в том, возможно ли эта технология быть использована в других местах. Технология так и называется. По-немецки называется формула мастера. Она повторяется или она, значит, не повторяется? Не повторяется. Не повторяется, значит. Потому что она может быть в авторском варианте. В России это абсолютно принятая вещь. Мы подковывали, подковывали блоху, например. У нас был Элизаров, после смерти которого как бы рухнула система определенная и так далее. И таких систем было много. За крупным врачом с авторской методикой часто бывает провал, потому что восполнить это дело невозможно только потому, что это сделано в одних руках. Мы в 90-м году в рамках перестройки стали контактировать с нашими коллегами зарубежными. Извините, какая статистика была в 90-м году по выживаемости? Я беру остролимфобластный лейкоз, потому что это данные абсолютно достоверны. Я даже могу дать ссылку, где это опубликовано. 7%, 6,7%, 7% детей выздоравливали, это с выживаемостью свыше 10 лет. В это же время за рубежом это было 70% уже. Разница была в 10 раз. Не нужно было преодолеть ее. И она была связана с тем, что все врачи там, кто достигли этих результатов, они использовали данных многоцентровых исследований с хорошей достоверной статистикой, жесткой регламентацией, в рамках которых 8 лекарств использовались в определенной последовательности и проверялись по эффективности во многих клиниках одновременно. И мы пошли по этому пути. И в 90-м году у нас в гостях, я был тогда главным гематологом СССР, я пригласил сюда очень многих людей, которые приехали сюда и рассказали нашим педиатрам, гематологам, как они лечат, как они работают. Это было в Поленово. Я дружил с Федором Поленовым, и мы там провели все это мероприятие большое. Это был взрыв, потому что уже с 90-го года мы начали лечить, Как во всем мире, взяв за основу, прежде всего, германские протоколы группы Берлин-Франкфурт-Мюнстер, такая БФМ-группа, которая сейчас доминирует в мире с точки зрения работы, потому что, в отличие от американцев, немцы с калькулятором живут. У них ортунг, порядок, жесткая регламентация, это менее дорогая медицина, чем в Америке. Я хочу сказать, что мы в 91-м году организовали кооперированную группу по лечению детского рака в России. Это единственная группа кооперированная в медицинской практике, которая так долго работает в Российской Федерации. По сей день. Ее возглавляет тогда врач, а теперь профессор Александр Исакович Карачунский, директор Института онкологии нашего центра все эти годы. В этой кооперированной группе сегодня участвуют 59 субъектов федерации. Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, у которых были такие же низкие результаты, как у нас в начале пути. Эта группа, благодаря тому, что мы учились у немцев, называется «Москва-Берлин». Это вариант нашей как бы дружбы творческой. Хочу сказать, что мы уже используем четвертое поколение протоколов, потому что такие клинические исследования в онкологии, они занимают длительное время. Это от 3 до 7 минимум лет, чтобы можно было сказать о каком-то результате. Можно за 3 года сделать, но надо набрать когорту пациентов большую. Сейчас мы рекрутируем в год 1400 пациентов, и мы в течение 25 лет обладаем уникальной базой данных более 10 тысяч пациентов, которые пролечены по разным протоколам лечения. И вот последний протокол, который мы индуцировали в 2015 году, сегодня при подсчете дает выживаемость 93%. Это мировой прорыв и результат, который мы показали
на совещании по детской онкологии Всемирной организации здравоохранения 2 года назад, а в этом году на Генеральной ассамблее ООН, потому что в 1945 году по настоящее время никогда Генеральная ассамблея не заслушала вопросы детской онкологии. И вот на первом таком заседании мы представляли наши результаты вместе с нашим министерством, потому что это официальная как бы позиция, что вызвало большой резонанс в сообществе, потому что мы в развивающейся стране достигли выдающихся результатов, которые произошли результаты в развитых странах. То есть протокол все-таки считается российским, это не плод международного сообщества? Нет, это чисто все 4 протокола чисто российские. Значит, мы использовали для создания этих протоколов ту же технологию, что и Карл Маркс в свое время для социальных нужд. То есть мы взяли лучшие достижения отдельных звеньев в этом протоколе голландской, немецкой и американской групп и их совместили, а потом стали двигаться в собственном направлении, потому что мы стали лечить таким образом, чтобы профилактировать полностью расстройство этих пациентов. Я буквально 2 слова хочу сказать, что химиотерапия сегодня дает возможность достичь результатов 5-летней выживаемости у 90% пациентов, если эта химиотерапия проводится правильно. Самым смешным является то, что за эти годы, фактически за 30 лет, весь набор лекарств остался тем же. 8 препаратов, как были, так. Но технология как раз отличается от так называемой бытовухи в здравоохранении тем, что все абсолютно жестко прописано. От момента, когда ты говоришь пациенту «здравствуй, дорогой», и когда ты прощаешься, выписывая его домой с определенными рекомендациями. В эту технологическую цепочку втянут средний медицинский персонал, втянуты все врачи, которые участвуют в этом процессе. Например, для пациентов с опухолью головного мозга участниками лечебного процесса являются врачи 8 специальностей. Главным врачом в данном случае этой группы междисциплинарного взаимодействия является врач-гематолог-онколог терапевтического уровня. Потому что и нейрохирург, и офтальмолог, отоларинголог, патолог, реабилитолог, лучевой специалист, специалист по лучевой терапии, они все должны быть участниками процесса. Значит, они должны на берегу до того момента, пока они начнут лечить пациента, прописать протокол, чтобы не было условий, при котором я врачу узкой специальности должен бежать и рассказывать, что он должен делать. Он должен знать с самого начала. И если все это жестко, четко сделать, в этом плюс. Что лежит в основе этого дела? В основе этого дела лежит то, что называется конвейер. Как ни странно. Ведь у нас был знаменитый наш офтальмолог Федоров, который сделал в конвейерном варианте революцию в области офтальмологии. Она была. Да. Такая же ситуация и в рамках этих кооперированных исследований. Потому что все абсолютно учитывается. Каждый больной. И для того, чтобы сделать эту работу легитимной, мы акцент перенесли в субъекты федерации. У нас все, вот представляете, 30 лет 59 центров, основных, самых крупных в России, работают в этом ключе. Я считаю, что это основная революция. А вот дальше что? Вот эти так называемые 10%, у которых есть проблемы. Следующий этап – трансплантация костного мозга. Мы трансплантируем 25 лет очень интенсивно. Я хотела как раз, это был мой вопрос следующий. Когда мы с вами познакомились около 20 лет назад, в середине 90-х, вы мне рассказывали в интервью на «Эхе Москвы», вы рассказывали о зарождающемся и под вашим руководством развивающемся вот этом клиническом направлении трансплантации пуповинных, да, стволовых клеток. Да, и пуповинных стволовых клеток, и стволовых клеток, получивших от разных доноров и так далее. Но самое главное, для детей вот с онкологическими, иммунологическими заболеваниями. Вот что сейчас? Сейчас вы находитесь в самом крупном в мире центров трансплантационных для детей. Мы делаем 250 трансплантаций в год. Аллогенных, гаплоидентичных, то есть трансплантации, в рамках которых мы используем донорский материал, полученный от родственников, но мы инвитро его деплетируем, убираем оттуда лимфоциты, вызывающие реакцию трансплантат против хозяина, проводим, значит, трансплантацию. Что это означает? Это означает, что каждый день, исключая воскресные дни, в нашем центре проводятся трансплантации плановые для детей. Это целая очередь большая, в рамках которой, что трансплантационная терапия может быть проведена тем пациентам, у которых нет другой альтернативы. Потому что трансплантация по существу является одним из методов иммунотерапии рака. Вот. И мы это активно все используем.
Но 20 лет назад это был экспериментальный же метод, да? Вы знаете, трансплантация имеет срок рождения 50 лет практически. Но, как и любое дело, требуются технологии. И эта технология, она не у постели больного. Она в подготовительном этапе. Так же, как для ЭКО очень важно тот материал... В пробирке, что конечно, все. Да. Так и у нас тоже в пробирке это имеет значение. Потому что забор материала, его обработка, использование, значит, деплеции, то есть устранение там лимфоцитов, которые способны вызвать тяжелые осложнения и так далее. Модификация этих клеток, она сделала прорыв в этой области. Но самое главное, что в цифровом отношении трансплантация дает результат примерно у 50% пациентов. То есть... От тех 10. Совершенно верно. Таким образом мы планку эту поднимаем. Остаются 5%. Остаются 5% пациентов, для которых должны быть абсолютно другие технологии. И мы тоже их сделали. Вы, наверное, слышали о том, что весь мир занят вопросами иммунотерапии рака. Да, конечно, это сейчас самый пик. Но мы давно, еще с самого начала, почти 30 лет назад, шли по этому пути. Когда мы создавали наш центр и убеждали нашего президента Владимира Владимировича Путина в том, что мы способны сделать инновационный центр, мы его сделали, и он поверил в это. И оказалось, что мы впереди очень многих позиций идеологически. Мы вопросы гематологии, онкологии стали решать на основе иммунологии. Новой абсолютно дисциплины для нас, потому что эта дисциплина фактически означает клеточную регуляцию многоклеточного организма хозяина. Мы стали заниматься клеточными технологиями. Потому что трансплантация, она отработана. И там есть детали, тонкости, которые отрабатываются, но сегодня мы делаем уже больше 500 трансплантаций детям в России. Крупнейший трансплантационный центр работает в Санкт-Петербурге под руководством профессора Афанасьева. Третий центр по объему – это Российская детская клиническая больница, теперь университетский центр РНИМУ, Российского национального медицинского университета имени Пирогова. Четвертый такой центр крупный в Екатеринбурге, который делает сейчас до 50 трансплантаций. Кроме того, в некоторых национальных центрах тоже есть такие же службы. Например, в Северо-Западном национальном центре, который руководит академик Шляхто. Там институт гематологии, там есть трансплантационная служба. В институте Санкт-Петербургском имени Петрова в онкологии существует трансплантационная служба. Трансплантация проводится в онкологическом научном центре, в детском институте гематологии и онкологии. И готовится к трансплантации сейчас в полном объеме Красноярский центр и некоторые другие, потому что трансплантация не является теперь предметом хай-класса. Это техническая работа, которая уже абсолютно отработана. У нас на нашей площадке обучающий центр, и все врачи из этих центров, они обучаются у нас. Можно ли говорить о том, что у нас уже есть сообщество клеточных биологов, я имею в виду в части, касающейся стволовых клеток, потому что те же 20 лет назад это были разрозненные группы, считавшиеся маргинальными даже отчасти. Думаю, что есть. Да, думаю, что они есть, потому что мы пошли дальше. А именно, вы, наверное, слышали, что Food Drug Administration, американская регулирующая организация, в прошлом году, год назад примерно, разрешила к использованию так называемые CAR-клетки. CAR-Т-клетки. CAR-Т-клетки – это клетки Т-лимфоциты с измененным клеточным рецептором, который с помощью генно-инженерной конструкции, которая вводится, появляется новый тип рецептора, убивающий определенные виды опухолевых клеток. Эти клетки, они живые, и инвитро модифицированные, возвращаются больному, это его клетки. Ну и его же иммунная система начинает работать. Нет, эти клетки размножаются, и они живут долго, и как только появляется их клетка, они их уничтожают. Это такая технология. В прошлом году они были разрешены, и на вооружение взял эту технологию фирма Novartis, которая купила эту технологию в своем начале пути, довела ее до кондиции. И сегодня фирма Novartis предлагает лечение пациентов, у которых абсолютно нет никакого результата, с определенными видами только опухоли. Не для всех опухолей это организовано. Они, по-моему, для меланомы начинали? Нет, они начинали для лейкемии и лимфом.
Но есть и для меланомы и так далее. Для разных типов опухолей есть разные позиции. Но начали с Б-клеточных лимфом и лейкозов. Стоимость этого лечения составляет 450 тысяч долларов США. Полмиллиона. Да. Это очень дорогая вещь, но она была разрешена. И весь мир, после того, когда это было разрешено, всколыхнулся с точки зрения, что начались разработки такие. Причем самые интенсивные разработки в Китае, в котором многие вещи разрешены пока. Нет там законодательного ограничения некоторых экспериментов. И в Европе и так далее. И мы тоже были готовы к тому, чтобы произвести такой препарат, сделать такой препарат и довести его для больных, для той группы пациентов, которым мы не можем ничем помочь. И надо сказать, что нам удалось это сделать при поддержке бизнеса, который поддержал нас серьезным образом. Это группа аппарата «Газпрома», которая выделила средства для того, чтобы такая программа была выполнена. В нашей программе эту программу выполняет профессор Михаил Мощан. Вот, выдающийся наш молодой профессор, который является крупнейшим трансплантологом. И он при поддержке международной кооперации это было сделано. Но мы сделали это. На это ушло полтора года. Уже на сегодняшний день, на момент нашего интервью, 16 пациентов получили уже CAR-клетки, а основатель CAR-технологии, профессор Шведелайн, который работает в Нью-Йоркском Слоу-Кеттеринг-центре, он уже был здесь, посмотрел пациентов, познакомился с этим. Я считаю, что это выдающееся событие, и я хочу с ним поздравить нашу страну, потому что мы первые пока и недоступные в этом деле. Это целая кухня определенного уровня культуры, для которой, может быть, эта CAR-технология распространена на целую большую группу раков. Сейчас это в основном опухоли гемопоэтической системы. Как регуляторно решился этот вопрос? Какие-то регламентирующие документы? Во-первых, в 2017 году... Стандарты это, конечно, не входит. Нет, конечно. В 2017 году был сделан закон о клеточных технологиях. Он принят. Да, да. По формальным признакам издание любого закона, оно регламентирует некоторые вещи, но оно и ограничивает ученых в некоторых спекуляциях, которые, в хорошем смысле слова, которые являются основой научной жизни. Мы сейчас эту работу проводим на уровне экспериментальных позиций, потому что основанием для нашей работы по закону является заключение этического комитета и ученого комитета нашего центра, на который принимается решение об использовании такой технологии. Естественно, мы используем те документы, которые опубликовал FDA в Америке по отношению к этой технологии. У нас другой носитель этой конструкции генетической, не такой, как это сделано было фирмой Novartis. То есть это оригинальная методика другого плана. Со специальной аппаратурой в закрытом контуре мы производим это действие. Но мы находимся под контролем научной общественности. Мы открыто об этом заявляли. Сегодня профессор Мощан, Михаил Мощан, приехал из Соединенных Штатов Америки, где у него был доклад. Это редкий случай, чтобы нашему дали специалист доклад на американской конференции гематологов, он был предоставлен ему, он выступал там, приехал, рассказал о том, что это вызвало очень большой интерес. И мы будем продолжать эту работу. Патентование, оно на каком этапе происходит? Патентование медицинское не существует в лечении. Патентуются... Технология. Если касается лечебных дел, она не подлежит патентной защите. Другой носитель. Патентной защите подлежит носитель. Носитель. Конечно. Да. Патентной защите носитель, патентной защите многие вещи, но не лечебный процесс. Да. Лечебный процесс во всем мире. Врачи договорились, что лечение не может иметь ограничений. А носитель ваш, он же уникальный? Этот носитель сделан был вместе с немецкими коллегами. Это лентавирус. Угу. И мы используем этот носитель в режиме научных контактов пока. Понятно. То есть я хочу сказать, что иммунотерапия только начинается. Нобелевская премия, которая была получена в этом году,
она теоретически была разработана очень давно. Нобелевскую премию дают не ранее 5-15 лет. Но у нас есть случаи, когда Нобелевскую премию вручали через 50 лет после сделанного открытия. И надо дожить до этого момента. Я хочу сказать, что иммунотерапия рака – это абсолютно новое направление, которое невозможно разрешить без нового понимания иммунологии. И это мой следующий шаг, о котором я хотел вам сказать. Это смена парадигмы. Совершенно. Да. Это не просто смена парадигмы, это абсолютная революция, которая касается уже не просто онкологии, а медицины в целом. Потому что мы себе не представляли раньше, что каждый из нас, человек, имеет свой генетический код и свою систему регуляции. Это очень тонкое дело. Если в этой системе регуляции имеются ошибки генетические, то это сопровождается развитием заболеваний. Причем мы-то думаем, что эти заболевания имеют причины внешние или какие-то связанные с инфекциями, или с инсоляцией и так далее. На самом деле и онкологические заболевания имеют четкую абсолютно генетическую причину. И мы много лет назад начали, а сейчас довели это дело до очень высокого уровня, стали собирать иммунодефициты, объединили врачей. Я возглавляю такое общество российское иммунодефицитов вынужденно, потому что мы единственная группа, которая трансплантирует иммунодефициты. Сегодня у нас гигантская база данных, и мы трансплантируем сегодня 20% европейских иммунодефицитов. То есть я хочу сказать, что мы организовали здесь, собрали генетическую панель для иммунодефицитов, стали ее выяснять. И оказалось, что часть онкологических заболеваний у детей – это 100% иммунодефициты. Они поступают к нам как онкологические больные, мы их лечим. Но когда мы устанавливаем причину, оказывается, они пациенты иммунодефициты. И понятно, что для иммунодефицита совсем другой должен быть подход к лечению. Сегодня нет пока альтернативы для иммунодефицитов, кроме как трансплантации. И мы это делаем у пациентов с этими заболеваниями. В этом году на Европейском обществе иммунодефицитов обсуждался вопрос 300 новых заболеваний, которые войдут в классификатор болезней человека 11-го созыва, который мы ждем. А 2500 рассматривается. И мы хорошо себе представляем сегодня, что каждый человек или каждый пациент, с которым мы имеем дело, он должен иметь контроль иммунологический. И мы тоже это сделали, потому что мы разработали в рамках стартапа наших ребят, которые у нас работают, ученых, мы организовали и валидировали и зарегистрировали тест для неонатального скрининга иммунодефицитов. Мы сейчас проводим экспериментальную работу в этой области, потому что она удивительна. Это не просто смена парадигмы, это абсолютно другой взгляд. Объект другой. Вообще. Абсолютно другой взгляд. Мы сейчас провели исследование так называемых наивных ТБ-клеток, сленговое название ТРЭК и КРЭК, у пациентов Московской области на промокашках. Это в обычном скрининге то, что было. Мы подняли эти все промокашки. Совершенно верно. И 17 тысяч пациентов мы провели, 17 тысяч исследований у этих пациентов. И выявили среди них 128 пациентов, у которых имеются генетические расстройства на клеточной регуляции, которые живут в основе иммунодефицитных состояний. Эта группа должна наблюдаться. Но проблема в том, что мы не можем объяснить сегодня родителям о том, что эта группа должна наблюдаться. Для этого должны быть научные проведенные исследования. Я был только что в Соединенных Штатах, вернулся оттуда, и во всех штатах Америки проводится уже неонатальный скрининг. Это самая крупная, самая такая яркая страна в этом отношении, которая уже выполнена в Европе, это шведы, тотальный неонатальный скрининг они ввели. Израильтяне уже опубликовали первые работы по неонатальному скринингу, и мы тоже готовы к этому в нашей великой стране, потому что за этим будет стоять абсолютно новое понимание того, что мы можем поймать в неонатальном периоде. Эта группа должна специально наблюдаться. Это группа риска, которая может дать самые разнообразные заболевания со всем спектром, от инфекций тяжелых до аутоиммунных, аутовоспалительных заболеваний и онкологических заболеваний. А мы должны, как врачи-исследователи, понаблюдать за этой группой для того, чтобы создать для этих пациентов превентивные условия в этой области. Пример привожу. Значит,
Есть дети с генетическим нарушением контакта с Эпштейн-Барр-вирусом. Вирус, который вызывает иммунонуклеоз. И болезнь поцелуйчикова, как вы знаете, каким является инфекционный иммунонуклеоз, им страдают все дети. А вот, оказывается, есть генетический дефект, который наблюдается у мальчиков. При контакте с Эпштейн-Барр-вирусом у них 100% возникает злокачественная лимфома. Вопрос медицинский, такой же, как был реализован при наследственных формах рака. Это известная вещь. А здесь вопрос такой. Если мы устанавливаем, что в этой семье родился ребенок с таким дефектом, то что нам ждать, пока он заболеет лимфомой, потом лечить, или сразу трансплантировать? Заменив его иммунные клетки донорскими клетками, конечно, трансплантировать. И это как бы вещь очень серьезная. И последнее, что хотел сказать и закончить на эту тему. Вот этот инструмент, связанный с использованием клеточных технологий, он в будущем будет реализован системой управления уже клинического. И это будет клеточное управление. То есть, если у человека есть генетический дефект, то формально я могу получить его клетки, и тот генетический дефект, который у него есть, инвитро исправить. То есть закрыть тот ген, который болен, или трансплантировать в эту систему здоровый ген-конкурент. И вернуть эти клетки. Но это если речь идет о крови, по вашей части. Нет, это речь идет об иммунодефицитах. Это речь идет об иммунодефицитах. И такие операции уже делаются. Несколько лет назад такая первая операция экспериментально была сделана. У человека с дефицитом дизаминазы, тяжелый клеточный дефицит, ему не просто трансплантировали, а ему провели генную трансплантацию. То есть взяли его материал, его же материал, заменили ген, ввели, и человек выздоровел. Я имею в виду материал, который будет циркулировать в организме. В этом смысле. Но циркулировать-то ладно. Ведь ситуация связана с тем, что все клетки организма обязательно циркулируют, потому что поставка материала идет централизованно. И место такое уже обнаружено. Это не просто смена парадигм, абсолютно новое прочтение этого нашего клеточно-регуляторного механизма, потому что поддержать 70 лет ситуацию инситу в определенном месте, где может происходить замена клеток, не удается. Все клетки поступают централизованно. А систему логистики обеспечивает система кровоснабжения и лимфатическая система. Возьметесь ли вы определить направление развития, в частности, детской онкогематологии на ближайшие, допустим, не беру 30-20 лет? Я, как и многие исследователи, работающие в нашей области, за рубежом и так далее, мы считаем, что в ближайшие годы, это даже не 20-летие, 30-летие, основные формы детских раков будут излечиваться. Я вообще каждый день, приходя на работу, думаю, что я ничего не знаю, честно могу сказать. Потому что абсолютно новая информация с обменом информационного поля раз примерно в 2,5 года у нас. Как только ты остановился, считай, что ты остановился навсегда. Восстановить эту позицию невозможно. Онкологи уже сегодня разговаривают на китайском языке. То есть понимание того, что это сленг, которым очень трудно разговаривать. Сегодня в онкологии ежегодно регистрируются 12-15 лекарств. Такого никогда не было. Уже не регистрируются антибиотики, сульфаниламиды, лекарства для каких-то специальных нужд. Регистрируются таргетные, то есть точечные лекарства для определенных целей. Приведу пример такой. В практике гематолога-онколога есть такое заболевание, которое называется хронический миелолейкоз. Это старая болезнь, у которой когда-то американцы нашли хромосомную аномалию, которую назвали филадельфийская хромосома. Во всех учебниках классика это абсолютно четкое. У этих пациентов развивается нарушение дифференцировки, нарушение в начале пролиферации клеток, они начинают безудержно размножаться, а потом происходит второй этап развития, когда нарушается дифференцировка клеток, и клетки эти накапливаются, вызывая опухоль, и такой пациент погибает. 100% гибель. Этих пациентов лечили. Удаляли у них селезенку. Лечили химиопрепаратами, самыми разнообразными. Облучали многие органы. Проводили плазмоферез для удаления опухолевых клеток. Делали, в конце концов, трансплантацию. До тех пор, пока
не был установлен молекулярный дефект, лежащий в основе так называемой филадельфийской хромосомы. Оказалось, что с двух хромосом материал склеивается, если так можно выразиться, в один дефект, который вызывает нарушение пролиферации, а потом и дифференцировки. Вот этот дефект там руководит тирозинкиназа определенная, которая была выделена. И тогда был предложен ингибитор тирозинкиназы, ПРОС, в таблетках. Дали эту таблетку, вся клиника исчезла. Напрасно мы этих пациентов лечили, облучали, вырезали, удаляли и так далее. Но все пациенты выздоравливают. Прогресс привел к тому, что в рамках программы 7 нозологий все пациенты хроническим нозолейкозом в нашей стране полностью обеспечены лекарственным лечением, которое они получают амбулаторно, государство за это отвечает, и они все выздоравливают. Все. Если при таком заболевании классическом, которым является это заболевание, это произошло, это должно произойти по отношению к каждому заболеванию. Потому что выяснение конкретной причины, повлекшей за собой события, связанные с появлением определенных клинических симптомов, в том числе и смертельного заболевания, даст возможность в ближайшее время все вылечить. Поэтому сегодня программа онкологии, которая индуцирована была государством, она имеет колоссальное значение. Группа врачей, которая участвовала и в выборной сессии президента, имела с ним разговоры. Вы, как знаете, я был председателем штаба его, и мы настаивали, все говорили о программе онкологии вместе с нашим министерством. Программа такая рождена. Ну, беспрецедентные деньги выделены в этом году. С 2019 года по 2024 год они должны насытить взрослую сеть, потому что нет другого пути, как догнать детскую гематологию, онкологию, которую мы показали. Потому что детей мы имеем в год 4500, а взрослых в прошлом году было 620 тысяч. Это такая разница, которая требует специального, прежде всего, лекарственного обеспечения детей. Потому что наши все опции лекарственные и введены в систему обязательного страхования, они доступны для всех детей, и все дети в Российской Федерации находятся под контролем. Это другое дело, что мы имеем иногда какие-то неприятности, связанные с непониманием окружающих людей, но это все серьезно. Недавно ко мне пришла девушка, взрослая женщина, которая под сороковник примерно. И она у меня была больной, когда ей было 5 лет, в Морозовской больнице. Пришла мне и сказала: Александр Егорович, хочу ребенка. Я говорю: от меня, что ли? Она говорит: вы только шутите. Вот, хочу ребенка, потому что мне не удалось найти партнера. Потому что я должна была с партнером объясниться в отношении своего заболевания. И оно будет не поддержано семьей. Поэтому я хочу, чтобы это было ЭКО. Но ЭКО тоже никто не хочет делать, потому что я перенесла лейкемию, и у людей есть предубеждение, что я до конца выздоровела, несмотря на то, что прошло 35 лет фактически. Я вынужден был позвонить, был Курцеру Марку Аркадьевичу. Говорю: Марк, мы с ним долгое время вместе работали, я был главным педиатром в городе, а он главным акушером. Я говорю: Марк, нужно? И девочка родила. Сейчас, девочке этой 6 лет Даше. Она умница, красавица, спортсменка. Вся семья радуется. Я просто хотел бы сказать вам, что сегодня рак излечим. И мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что новые возможности для лечения, которые появляются сейчас, должны сделать все распространенные раки абсолютно курабельными и контролируемыми. Это задача медиков. Но мы, так называемые конструкторы, технологий, конструкторов. Это для нас как бы допинг. То есть мы охотники за знаниями. Нам нужны знания новые. Потому что все, что уже закончено, все, что переведено в рамках технологий, это уже технологии, это уже другая история. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Успехов в вашем деле.